В моих руках огромная финка, а значит, у меня для вас важная новость. Мы подумали и решили организовать встречу с вами. Предварительно это сейчас Москва будет. Также напишите в комментарии, какие города вы бы хотели, чтобы мы организовали. Встречу, на которой мы привезем нашу, во-первых, большую финку, где вы можете с ней сфотографироваться, прийти, познакомиться с нами, мы там будем, все расскажем, все покажем, увидеть всю нашу продукцию вживую, пощупать, потрогать, вот все ножички мы там привезем, ну и много-много разной продукции. Пообщаться по поводу партнерства, если вы вдруг хотите открыть магазин в своем городе, там можно с нами будет это все индивидуально обсудить. Выпить чаечку там, не знаю, какие-то вкусности поесть, в общем, все это там. И еще я уже давно увлекаюсь сферой там психологии и хочу сделать какую-то встречу чисто мужскую, где мы можем пообщаться, такие насущные темы, знаете, как мужики в бане, только без бани. Посидеть, пообщаться, поговорить, что тревожит, что не тревожит, куда двигаться дальше, куда расти, как развиваться, об этом, обо всем. Тут для тех, кому будет интересно, можем тоже отдельно собраться и пообщаться на этой встрече. В общем, друзья, кто за такую встречу, напишите нам в личные сообщения, мы отправим вам небольшую анкетку, чтобы мы поняли, сколько людей готовы прийти туда, в какое время вам удобно, когда удобно. Там несколько вопросов буквально ответьте, и мы уже сделаем такую крутую встречу, где с вами познакомимся, пообщаемся поближе, прикупите наши продукции, все там узнать можете для себя. Давайте, всем добра и жду от вас обратной связи. Пишите в личку.